Президент Анатолий Бибилов встретился с жителями села Хитогурово Цхинвальского района. Несмотря на холодную погоду, людей собралось много. Во встрече также принял участие глава администрации Цхинвальского района Вахтанг Мамитов. Были обсуждены вопросы социальной и политической направленности. Шефенде сорозунома, одеме, хевесте. А в теку си сам, ад, схимвал районе, амт кей, ше, а в те зем, ше над остеройстум, ам, одем ше зохту, и мене вихеве сорозен, вихеве сорозен, вихеве сорозен, удон рыбатум был куктун. Ама ерме юн ше бонтестис. Хау яфте графика их узен, сорозун, графический изображен, яфте зехем. То есть, цехай вонасан куттун, шенен бонтасти сарозен, бурай, ше арозен менема, ароз шенефа шедиви, ама сархайта, нагон шенеси сарозен неви. Ама мцхин вал района, рашадис мене хохем хозе. Цех, ше зохтам, ама ше сарозтам, сарх, шенен рашад, шенен не рашади сарозен, Талой дергицил хэцу старит хэймэджо морос сэршэдис. Ама бурта арас шэшэв фэлэнэма шэнэрошэди хэви. То есть, яфтэку захэмэд бонтэсти сарозэн. Глава государства отметил, что в селе Хитогурово было построено 5 домов и заменены кровли 8 домов, а также, что на следующие годы уже составлена часть новой программы по улучшению уровня жизни людей. Яфтэку дойтмэм шэзохту нинэ сарэсту. Вот мне зенуе дают, а размер охизен, а мы журен. Вы меня хоскенем. Мне бы было тяжело. Видите, хэм, а вы разы, а зу дай зеленджен. Фала, хевед мам шербахат зэстут. Кавэта хэй. Вы мабон си саразен. А мы кэзэн айкэр, сэгдэк зэрдия, а мы шаском джинэй, рашиттэн, а размер, а мы журен, вы сарастам. Махай тенгже вехтерим барем, ама проблема тенику фаюджесте. Ше фенде саразай веттержи кемдер, ше дер проблема розенджин, ке ше кеве арозен. Уше проблема генани фезена сум, генани фезена и небун, генани суше проблема фезенди знун. Не езеттам фалейрим фезенди мя кеве арозен. Мамам фенде ерин текке невегей, кеве ше фенде саразен, хавита фестем эрфессем, Эмметая юме навагей сарозем. Глава государства отметил, что работа по улучшению жизни граждан будет продолжена по возможности, будут строиться дома, меняться кровли. Оксана Джуева, Олимпия ТФ, ГТРК, ИР, информационный выпуск сегодня.